Приветствую, дорогие зрители, на моем канале Людмила Цыганкова. Поговорим о жизни, о творчестве. Я представлю сегодня недавно написанную мной икону. Об иконе говорят, что она пишется. Не рисуется, а пишется. Написала я икону Владимирская, Матерь Божия Владимирская. По-старославянски справа написано «С Иисусом Христом». Написано на доске размером 30 на 40 олейными фарбами. Некоторые иконописцы пишут иконы темпера на яичном желтке, а мне нравится писать олейными фарбами на доске. Очень-очень такая сильная икона. У каждого человека должна быть своя икона, которая близко ему будет, которая будет, как говорится, до него говорить, удерживать с ним связь. И благодаря этой иконе, благодаря своим молитвам перед этой иконой, человек быстрее может контактовать с духовным тонким миром, со Вселенной. И быстрее начнутся реализовываться его желания. И поэтому нужно выбрать свою икону. Когда-то в России, на Украине, в каждом доме было очень много икон. Почти в каждой комнате. Икона общая для семьи, икона для каждого человека, для зверей, для хозяйства. И люди молились перед иконами. И чем больше людей и чем больше человек молится перед иконой, она становится намольная такая, то есть сильнее. То есть наши желания, наши просьбы будут выполняться быстрее, с пониманием. Поэтому нужно выбрать свою икону и нужно перед ней молиться от всего сердца. Со всей душой. Всего хорошего. До свидания.